Приветствую всех зрителей моего канала, на связи ProGamer. В этом видеоролике будет сделана охранительная превьюшка по трейдингу. С вас лайк и подписочка, с меня приятный бонус. Скачивайте по ссылочке в описании. И, впрочем-то, да, мы начнем сейчас сам крутейший видеоролик. Не забудьте подписаться еще раз. Вот. Первое, что я делаю, это, конечно же, создаю композицию. Уже миллион раз об этом говорю в своих видеороликах, но, впрочем-то, многие из вас все равно начинают с каких-то других деталей по типу создания текста. Ну, в принципе, это тоже можно, но, опять же, лучше разобраться в расположении всех объектов. Тогда вам будет проще создавать. Вот. Также, что еще могу вам добавить по поводу самой работы. Она выполнена в максимально простом варианте. Я не использовал тут никаких таких трудностей. То есть, сможет повторить каждый. Если вдруг вы не умеете рисовать контрольный цвет, ладно, прорисуйте его обычными кривыми. Так что, как бы, трудностей тоже не возникнет. Под кривыми я подразумеваю инструмент перо. Как бы, ну, вдруг кто-то из вас не знает. Дальше. Что еще могу добавить? В принципе, добавлять есть много чего. Но мы начнем с самого такого основного. Это как вообще обработать всех персонажей, все объекты, которые есть у нас в целом. Достаточно предположение такое, вот вам скажу. В каких цветах вы хотите вообще сделать вашу работу? Если у вас, допустим, там зеленый цвет, как у меня, то что мы делаем? Мы стараемся смягчить все синие и красные участки. Вот. Приближаем максимально к зеленому все это дело. Когда мы это сделаем, то, соответственно, уже будет представление, где у нас есть минусы, где плюсы. Что подразумевается под минусами? То есть, конкретные затенения фона, либо же одежда персонажа вашего будет, ну, если же вдруг вы делаете персонажа с одеждой, у вас будет стоять там в одежде какой-то конкретной, ну, футболка, там, не знаю, свитшотик, все такое. Если он будет зеленым, все это дело. Нам надо, конечно, тоже над этим поработать. Это минусы, опять же. Ну, вы поняли, то есть вы уже догнали, что к чему. Вот. Дальше. Есть, конечно же, и в этом всем плюсы, куда же без них. Плюсы это в том плане, что у вас уйдут как бы некоторые... Если вы используете карту градиента, у вас некоторые затемнения, они более загладятся. Некоторые пересветы будут менее заметны. Перейдут в другой оттенок, как бы вам скажу. Вот так вот. Это есть, опять же, для дизайнера плюс. Ему не придется это все вручную корректировать. Так что все даже очень круто. Что могу вам добавить по самой работе? Здесь были использованы персонаж, фон, как бы такой баннер со знаками вопроса и текст. Все, больше ничего. Вы сами все видели. Как бы на самом деле над этим видеороликом озвучка, если честно, не нужна никакая. Тут уж я просто сам решаюсь более-менее как-то вам примерно объяснить. За сегодня я озвучиваю уже третий видеоролик и немножко уже как бы устал. Поэтому смотрите предыдущие два, они уже как бы поинтереснее будут, чем же этот. Ну не суть, у меня как бы все видеоролики неплохие такие, не зря же я их делаю. Вот. Также цветокоррекция, она немаловажную роль играет в самой работе, как я и говорил уже много раз. Вот, настраивайте ее с умом. Смотрите, не перебарщивайте с светом, с насыщенностью обязательно. Смотрите, регулируйте все это дело. У вас в самом верху есть график. Смотрите на него, ориентируйтесь, читайте его. И тогда проблем никаких не будет с самой работой. Вот. Ну, используйте, конечно же, плагины всякие. Они помогают для цветокоррекции тоже. Но они более простые. Вот. На этом как бы все. Спасибо каждому человеку, который досмотрел видеоролик до самого конца. С вами был ProGamer. Всем пока, дорогие друзья.